Какая красота. Погода так себе, но не холодно и уже хорошо. Всем привет. Сегодня я полдня выходной. И вот только освободился и иду в веломагазин. Посмотрю, что там сейчас. Что-то, может, новые велосипеды какие-то завезли, потому что мой украли велосипед. И иду, посмотрю, новенький. Ну вот. 100 лет уже видео не снимал. Как у вас делишки? Расскажите. Я до сих пор в Польше. Дела у меня хорошо. Очень много работы. Постоянно занят. Мало времени на личное время какое-то. Потому что постоянно работаем. Скоро поменяем местоположение на работе. Ну, точнее, мы новую точку открываем. Нашу, да, кучу франшиз продаем. Ну, как-то так. А пока идем прямо. И буду что-нибудь рассказывать, показывать. Так что будьте со мной. В общем, сходил, посмотрел на велосипеды. И иду обратно. Район Рубинково. Какая вот тут красота. Поменял себе телефон. Очень вроде бы качественная картинка. Теперь могу снимать больше деталей. Прикольно. Даже так. Круто. Короче, иду в центр. Купил кофе. Вау, какой фото. Автофокус крутой. Вообще. Уже травка растет. Блин, круто, когда есть такая возможность. С зумом. Ничего себе. О, еще можно так. Я пердолю. Вот это да, вообще можно подсматривать. Красота. Да, макросъемка. Прикиньте. Вот это я вам контент поснимаю. Что это за куст? Теперь буду все рассматривать. Так поляки любят красиво даже возле подъезда сделать. Он уже лучок какой-то ли, тюльпаны, наверное. И тут уже прорастает что-то. Короче, буду продолжать вести канал Огородник. Да, зум, конечно. Я пердолю, какой крутой. Очень.
хоть быстрее погода будет, а не было. Прогулялись по району Рубинкова. Всего доброго. Надеюсь, у меня хватит сил продолжать снимать дальше влоги.